Всем привет! Вы на телеканале Таковка ТВ. И сегодня снимаю видео, которое называется «Поход в отель». Давайте начинать. Интересно, в какой я сегодня отель поеду? Так, ну вроде я приехала. Где слуги? Кто меня встречает? Это же знаменитая поп-модель! Ваше Высочество, Величество, как вас там, я не знаю, выходите отсюда, пожалуйста, выходите. А я сейчас все у вас возьму, а у вас президентский номер. А вашу машину мы поставим на самую элитную парковку, парковочное место. Ой, извините, я просто никогда таких личностей не видела. Давайте я вас провожу до номера. Ну, давайте, я вообще не знаю, куда я приехала, и вообще, что это за город? Это Понивиль. Какое странное место. Ну, ладно, проводите меня. Ой, так все, я разобралась, надеюсь, ей очень понравится наш отель. У него 4 звезды, и это самый лучший отель. Тут у нас только жалко не включено, что можно животных брать с собой, но это почти во всех отелях. Так, надо позвать ее. А миссис Элизабет, вы можете проходить в ваш номер. Довольно просторно. Ну, знаете, я приехала на Новый год, тут даже елочку поставили для меня. Довольно. Даже роскошный отель. Конечно, это президентский люкс. А мы можем вам еще включить питание. Давайте, мне все равно. Вот вам деньги. Все, я, если что, сейчас, секундочку. Вот тут кнопочка, нажмите, и я сразу к вам приду. Ха-ха-ха, хорошо. И все, я вас больше не буду беспокоить, я пойду. Ну, в принципе, номер у вас тут нормальный. Все, до свидания, я пойду. Да. Ну что ж, скажу отель, как сказать. Ну, точно не 5 звезд. Такой немножко. Ну, тут ванны нет, как я понимаю, ванна там где-то находится. Еду будут приносить, но. Да, в принципе, нормальный отель. Что же сказать еще? Пойду посмотрю кровать. Кровать хорошая. 5 нет. Ой, книжечка упала. Все, аккуратненько. Да, подушечка довольно мягкая. Удобно, в принципе. Так. Надо подойти и спросить, есть ли в них бассейн. Я очень люблю бассейн. Я очень люблю в свободное время плавать в бассейне. Это очень расслабляет. Так, ладно, я иду. Так, как я понимаю, здесь у них вход. Вон тут даже у них конфетки какие-то. Хорошо, что я переоделась. Надо узнать, где бассейн. Нет, где такой. Мне надо отойти на секундочку. Так, дзинь, уже бегу, подождите 5 минут. Сколько ждать-то там? Пойду конфетки с кем. Да ничего, в принципе. Да, господи, дзинь. Уже бегу, вот все. Все. Да, вы зашли за своим ключом номер, вот. Вы возьмите его, а то я вам его забыла дать. Да, за ключ спасибо, но это, что я хотела еще сказать, у вас тут есть бассейн? Конечно, у нас есть бассейн, и если вы хотите, у нас есть баня, еще у нас есть теннисный зал, если вы хотите. Меня только бассейн интересует, он у вас есть? Конечно. Вам подсказать, где он? Желательно, да. Так, вот смотрите, идите вон там, вон прямо по коридору, и там в самом конце, надо завернуть налево, и там будет написано «Бассейн», «Женская и мужская раздевалка». Ну, потом там из раздевалок сразу вход в бассейн.
Все понятно, спасибо. Если что, обращайтесь. Теннисный зал, если что, находится на улице. Все. Это, что я хотела сказать, у вас бассейн глубокий? Нет. Он у нас где-то, не знаю. Все, прямо, да? Да. Я пошла. Так. Вот, бассейн. Так, вон, женская вон там. Все, я пошла одеваться. Продолжение следует.